Высказывания известных политиков прошлого, история выборов, избирательная лингвистика, чем грозит неявка на выборы гражданам различных стран. На эти и многие другие вопросы искали ответы ученики 10 и 11 классов 13 школы. Вопросы были очень интересны, связаны с избирательной системой разных государств. Я думаю, что это очень интересно и познавательно. С приветственным словом к юным участникам турнира и будущим избирателям обратился заместитель председателя городской думы Антон Ульянов. Он рассказал ребятам о том, как устроено государство и почему важно отстаивать свою гражданскую позицию. Когда люди высказывают свою позицию, когда они, может быть, зовут за собой других людей поддержать эту позицию, можно действительно принять решения, которые могут быть совершенно неожиданными, но они всегда будут в интересах народа, потому что это народ, люди высказывают свою позицию. Затем ребята погрузились в мир политики, и хотя им еще не скоро предстоит реализовать свое избирательное право, они должны быть теоретически подкованы и готовы сделать осознанный выбор, тем самым повлияв на будущее родного города, области и даже страны. Политика – это не только же там дебаты или там участие там в парламентских каких-то заседаниях или еще в чем-то. Это же жизнь, которая происходит вокруг нас. Очередной интерактивный турнир был посвящен Дню молодого избирателя и юбилею первой Конституции СССР. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.